Привет, это я, Свапсанес. Я долбоёб. Да? Инсанис, ну ты чё, свою рубрику решил сделать, что ли? Мы вообще-то у нас и так есть своя рубрика. Вова и Санисы, а не Свапсанес. А, серьезно? Блин. Ты что, все это время две серии не снимался? Да снимался я, просто я тебя обманул. Ха-ха-ха. Ладно. Эрл. Ты знаешь, мы с тобой втроем ходим. Давай сложим доступ буквы А. Она в там порядке, надеюсь. Ну давай, зайдем. Дом буквы А. Помогите. Ну что ты там? Буква А! Ты что с тобой? Ты пострадала? О боже мой, Инсанис. Я пипец так больно пострадал. Здесь мне больно. Мне кто-то здесь отрезал часть. Но я надеюсь, я смогу выжить. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Подожди. А что ты делаешь в своем доме, если ты должен гулять? Извини, но я не могу этого сделать, подулять. Не можешь? Нет. Я убийца. Ты убийца? Ха-ха-ха, я пошутил. Я знаю, кто убийца, но я не буду это творить. Это по-тайному. Нифига себе, друг называется. Ну, ладно. Прощайте, друзья. Буква А, что с тобой? Нет, буква А. О нет, что же делать? Теперь нас осталось всего лишь трое. Я, Инсанис и мои два брата, Эрр Санис и Свап Санис. Нас осталось всего лишь трое. Что же делать? Надо подумать. Ладно. Эй, ребята! Что такое? Буква А убили в доме. Что? Серьезно? Да. Я не знаю, но ее убили. Блин, только недавно убили букву F, а теперь еще и букву А. Всех бутов убили, ну, кроме Иц. Иц это не считается, она походу ушла на пенсию. Ладно, пошли, нас осталось только трое. Следующей 12 серии мы наконец-то выясним, кто здесь убийца. Подожди. Ты что, сломал четвертую стену? А, неважно.